Над вопросом, каким должен быть учитель 21 века, задумываются многие. Казанский федеральный университет является своего рода экспериментальной площадкой по разработке и внедрению нового содержания педагогического образования в России. Необходимо сформировать новую модель учителя, не только профессионально компетентного, конкурентоспособного, но и высоконравственного, готового к творческой деятельности. Профессия учителя является действительно профессией вечной, профессией востребованной всегда. И очень и очень актуальный. Одним из приоритетных направлений Казанского федерального университета является САЕ «Учитель 21 века». Непрерывность обучения на протяжении всей жизни человека – долгосрочная стратегия университета. IT-лицей, лицей имени Лобачевского, бакалавриат, магистратура, аспирантура, Приволжский центр повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования Казанского университета и университет третьего возраста. Преимуществом университета также является практикоориентированный подход обучения. В центре магистратуры, пройдя обучение в новых лабораторных классах, выпускник сможет сразу же приступить к практическим занятиям с учениками в школе и вузе. Распределенная подготовка будущих учителей в научно-образовательных структурах классического университета с химиками, физиками, математиками и другими направлениями дает более фундаментальное образование, нежели образование в специализированных вузах, где оно дается только в рамках специальности педагогика. Решая задачи внутри этой стратегической академической единицы, конечно же, мы задавались вопросом, а что происходит за рубежом у наших коллег? Как осуществляется подготовка учителя? Какие проблемы встают перед ними? В связи с этим в рамках САЕ «Учитель 21 века» были организованы международные сетевые исследования. Один из таких проектов начал свою реализацию в Университете Оксфорда и Университете штата Мичиган, объединив 10 университетов мира по исследованиям эффективное обучение учителей будущего. Это исследование идет уже в течение 4 лет. Уже в начатое исследование нас пригласили наши коллеги из Оксфордского университета. В частности, профессор Иэн Ментор, который является руководителем САЕ «Учитель 21 века». Сейчас готовится к выпуску коллективная монография о том, как обучать будущих учителей эффективному преподаванию. Такие совместные сетевые исследования с ведущими университетами мира выводят Казанский федеральный университет в топ мировой педагогической науки, формируя новые тренды и направления в этой области. Анна Глазунова, Универньюз.